Ремеслу везде почет. Мастера Тюменской области удивляли гостей своими творениями. У нас сложилось сообщество мастеров, очень сильное, очень мощное. И как одно из направлений креативных индустрий, оно развивается. И развивается очень хорошо. На площади оборудовали настоящую кузницу. Управляя пламенем огня, мастер демонстрировал свое умение. Тут же можно было испробовать и свое умение владения мечом. В основном тут вот просто вот, ну, конечно, пофоткаться, посхорошаться, конечно. Но тоже классно, мне понравилось, в принципе. Успешно дебютировал на ярмарке театр «Петрушки». В роли кукловодов и шарманщиков выступает семья Антона Козлова. Раз, два, три, раз, два, два пальца. У меня четыре. Зрителям была представлена история о похождении Петра Уксусова в Тобольске. Он, скорее всего, купит у цыгана коня, может быть, женится, может быть, у него будут неприятности, и его скинет конь, и ему придется лечиться. Наверняка он подерется с доктором, как всегда. Антоха, ты все рассказал! Под открытым небом презентовала коллекцию дизайнер Ольга Руш. Она представила одежду с фирменным тобольским принтом. Вслед за моделями все желающие могли надеть кокошник и пройтись по импровизированному подиуму. Показ назвали «Мода из народа». На нем определили царевишну. Ей стала самая юная участница Маргарита. Это эмоции. Каждая почувствовала себя настоящей моделью. Ну и вообще сама идея даже рекламы прикольная. То есть берешь просто женщину в любой одежде из толпы, она показывает, и, ну, правда прикольно. Я бы даже никогда не подумала посмотреть на украшение, но прикольно, мне понравилось. Макраме, хохломскую роспись, аэрографию – всего 30 направлений стало возможным освоить на мастер-классах. Равнодушных не было ни у взрослых, ни среди детей. Под руководством художников и мастеров желающие смогли принять участие в создании нового арт-объекта. Слово «Тобольск» буквально заиграло новыми красками. Каждую букву оформили в определенной технике. Так, например, на букве «О» появились оттиски растений, которые произрастают на территории Тюменской области. Теперь народное творение украшает базарную площадь. Валерия Петрушенко, Рустам Рузеев, «Тобольское время».